Тело мужчины с колотым ранением обнаружила бригада скорой помощи в одном из домов Кировского округа Омска. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. А вот женщину, которая и позвонила в 03, госпитализировали. Приехавшие на место сыщики выяснили, что за несколько часов до трагедии сожители выпивали. Прибывая в состоянии алкогольного опьянения, собственник строения начал настойчиво уделять внимание своей барышне. В ходе ссоры, возникшей на сексуальные мотивы, по сексуальным мотивам, значит, она ему нанесла ножевое ранение, в результате которого он скончался. Следствием прорабатывается вопрос о самообороне этой женщины, так и инсценировке самообороны, потому что она, повторюсь, характеризуется крайне отрицательно, между ними были ссоры, скандалы. И тот мотив, который она выдвигает, что он якобы домогался ей, значит, он будет тщательно проверен в ходе следствия. С места преступления следователи изъяли нож. Как только подозреваемую выпишут из больницы, ее допросят. Кстати, ранее женщина уже была судима. Она также нанесла увечья своему сожителю. Но тогда мужчина выжил. На этот раз уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».